Сегодня получили телефонограмму от Одессагаз, что за долги за транспортировку газа 620 тысяч гривен. Так, Одессагаз нас должна отключить от газа. То есть город останется полностью без тепла. Чтобы рассчитаться за эту транспортировку, у нас как бы потенциально деньги есть. Так что просьба ко всем южнинцам уважаемым побыстрее оплатить текущие счета и долги, чтобы мы могли рассчитаться с Одессагаз. И в связи с предстоящим четверг похолоданием вы не остались без тепла. Потому что на сегодня отменена норма закона, по которой газопоставляющая организация не имеет права в отопительный период отключать теплоснабжающие организации. Вот на этой задвижечке они приедут, ее закроют, поставят сюда заглушку, пломбу, и потом долгая процедура, чтобы это все снять и опять по новой запуститься. Сейчас директор на стадии переговоров с Одессагаз. Кое-то время он, день-два, может оттянуть этот вопрос, но не более. То есть, если не будет видно движение по погашению долга, то они приедут и отключат. Раньше могли там, снизить потребление газа до какого-то минимума. Так, сейчас это все не действует. Сейчас только отключение есть, они имеют полное право. Это получил и Ильичев такое предупреждение, и Одесса. Ну, это у всех. Ситуация у всех одинаковая. Ильичев сегодня чуть не отключили, они еле отбились. Завтра могут приехать и к нам. Мы как бы говорили о том уже, у нас была информация, я давал для телевидения о том, что вот были морозы, соответственно, котельная работала уже не в экономичном режиме, работала на большом котле. Мы действительно буквально только за 4 дня увеличили нашу, сразу сказать, задолженность котельной на 2,5 миллиона за счет этой низкой температуры. Сейчас уже перешли опять в экономичный режим, на среднем котле работаем, на водогрейном. Но ситуация-то сложилась такая не очень хорошая. У нас сегодня есть задолженность. Задолженность нашего городского предприятия, я хочу сразу сказать, эта ситуация не только в Южном, эта ситуация в целом как бы проблематика сегодня всех городов Одесской области, но тем не менее долг сегодня городской котельной составляет больше 14 миллионов. Это как бы есть факт. Есть задолженность населения, которую население должно оплатить. Это около 8 миллионов. Задолженность предприятий порядка 1,5 миллионов. Вот. Это еще, сюда не входит еще текущий платеж за январь, который не начислен, соответственно, но газ мы уже потребляем. Сейчас введены такие жесткие нормы и требования, что, во-первых, требуют сначала предоплату за газ, хотели сначала когда-то за 2 месяца вперед, но мы понимаем, это невозможно, потому что никто из сегодня из жителей города не готов платить на несколько месяцев вперед за отопление. Тем более, учитывая, что оно у нас нет стандартной цены, которую можно просчитать. Мы, наоборот, постарались в этом году сэкономить. Я сейчас хочу как раз отдельно еще подчеркнуть то, что сегодня общаясь с нашими коллегами из города Черноморска, мы в том числе коснулись темы цены отопления. И мы, когда у нас город оборудован весь индивидуальными теплопунктами, все дома города абсолютно, мы сегодня, они нам позволяют работать котельной в экономичном режиме, и сегодня средняя, я подчеркиваю, цена отопления на каждом доме, она индивидуальна. В зависимости от характеристик дома, от его степени утепления, от состояния его труб, от количества там замененных окон и так далее. Но в среднем у нас по городу в районе 20 гривен квадратный метр. Она в каждом месяце, эта цена будет отличаться, потому что каждый день меняется температура в зависимости от температуры окружающего воздуха. Это и есть вопрос нашей экономии. Расчетная цена для Одессы была 31, в Киеве 35, когда дома не оборудованы ни теплосчетчиками, ни элеваторными узлами модернизированными. В Ильичевске сегодня эта цена около до 30. Вот мы, чтобы понимали, до 30 гривен на квадратный метр. Они считают по стандарту, потому что ничего не на всех домах. У них есть теплосчетчики, которые у нас уже 5 лет назад были установлены. У них, понятно, еще только начинается работа по модернизации индивидуальных тепловых пунктов. То есть мы сегодня все-таки цены, которые сегодня в платежках видим, все мы с вами, это все-таки экономится, разные подсчеты, пока еще не такой большой период, чтобы сравнить. Но 15%, 18%, 20% экономии при нынешних ценах на отопление, на газ прежде всего, это очень существенные суммы, это в сотнях гривнах измеряется. Сегодня ситуация, прибыли работники уже, для нас Одессагаза ПАД, с целью отключить нашу городскую котельную за имеющуюся задолженность перед ними.
Схема поставки газа, она такая не совсем простая, то есть у нас есть организация НАК «Нафтогаз», которая является поставщиком газа, у нас есть организация «Одессагаз», которая непосредственно здесь уже занимается поставкой газа его непосредственно по Одесской области. И один из самых больших был потребителей, как раз главный, это был припортовый завод, который сегодня остановился. Вы помните, была ситуация, когда сказали, что даже вот пункты приема платежей под Одессагаз, они там сокращали людей, отправляли их в отпуск, потому что не могли всю эту структуру содержать. Сегодня у них есть проблема, поскольку припортовый сегодня стоит. И поэтому они более жестко сейчас относятся к своей финансовой дисциплине. Есть организация, которая еще транспортер газа. Вот. Ну, и по формуле, к сожалению, она так жестко выведена, что все платежи, которые поступают к нам на счет при оплате за газ, они сразу там расщепляются. И сегодня Одессагаз претензия, потому что все котельные других городов тоже ему нужны, и поэтому это уже большие суммы, в том числе и город Одесса. Сегодня стоит вопрос отключения. Сейчас мы уже общались, вот скажем, в таком прямом диалоге с представителем компании. Действительно, я объясняю им нашу ситуацию. Она такая же, она не хуже, чем у других. Но как бы я понимаю, что для них это тоже сейчас какой-то метод определенного такого давления. Вот. Но с другой стороны, сегодня пока нет и витиевого и нормального решения. Потому что даже сейчас, давая команду, сейчас срочно посмотреть, просчитать, мы там бюджетная организация, мы можем, может быть, начать платить, зная расчетную приблизительно по месяцу, какие-то деньги. Но мы знаем, что опять-таки то, что мы сейчас соберем и завтра им отправим, только 5% останется на платеже этим организациям. Остальные деньги сразу автоматически будут списаны национальной компании. Вот. И поэтому сейчас мы решаем вопрос, как нам выйти из этой ситуации. У нас есть общение с нашими коллегами в других городах. Кстати, конечно, задача у нас никоим образом не допустить, ну, мы понимаем, что такое остановка котельная в городе Южном. Мы все это уже, похоже, переживали с вами несколько лет назад, когда мы тут из-за того, что не было электричества, у нас не работала котельная. Вот. Поэтому мы знаем, какая это серьезная проблема сейчас вот зимой остановить котельную, потом попробую ее запустить, сколько это будет усилий, дополнительных расходов. Сегодня мы эту ситуацию не допустим, я думаю. Но моя большая просьба ко всем жителям города. Мы сейчас должны все-таки ответственно подходить вот к платежам коммунальным, особенно что касается отопления. Отопление, вы знаете, электричество. Если вы 2 месяца не заплатите, вам придут и ничего не объявляя, его просто отключат. Это такое право «Облэнерго» за неоплаченную услугу. Вот с отоплением у нас ситуация ведь уже теперь такая же. Поскольку вообще требует предоплату за газ, которую, естественно, мы не можем организовать. Требует текущие платежи делать вовремя. Сейчас вот мы вот просьбы закончились, праздники. Сейчас нужно постараться сделать максимально возможное, чтобы погасить коммунальные платежи, у кого остался непроплаченный декабрь. Вот. Начисление за январь, как бы, если уже там как бы, котельная только делает. Но тем не менее, хотя бы все имеющиеся долги, большая просьба их сейчас погасить. Потому что это наш главный аргумент, когда мы показываем, что население платит, и процент платежей у нас большой. Это только технические недостатки того, что сама система так работает, что мы не можем так свободно распоряжаться направлением наших платежей. Что основная львиная доля сразу же изымается в пользу национальной компании «Нафтогаз». И вот остальные платежи не хватает на оплату вот уже этой текучки. И поэтому просьба населению сегодня проявить ответственность и погасить имеющуюся задолженность. Потому что это наш с вами комфорт и безопасность. Вопрос сегодня стоит в состоянии переговоров. Учитывая, что мы, город Южный, ну, мы не самый проблемный с точки зрения платежей. Вот, я думаю, сегодня это, так сказать, толчок для такого разговора. Понятно, что мы предпримем все меры, чтобы не допустить город от отключения. У нас нет механизма, мы не можем никак этот вопрос решить, допустим, какими-то дополнительными средствами из бюджета. Это невозможно, неприемлемо и незаконно. Потому что это долг, ну, в принципе, львиная часть – это население. За населением никто из нас заплатить не может. Вот, часть там денег должны котельные по субсидиям, которые не своевременно начисляются, там около 1 000 000 гривен, допустим. Но в основном, в принципе, это просто текущий долг, и, текущий долг населения и те долги, которые накопили за предыдущие периоды. Прежде всего, поэтому у меня просьба к южнинцам. Если мы хотим, чтобы у нас дома было тепло, чтобы мы нормально могли вот зимой сейчас существовать, ну, вот, надо своевременно платить, потому что мы стоим перед такой вот дилеммой.